Ну, двоих за ней. Ася с серым трикотажем. Где разобраться вообще? Ну, сегодня у нас необыкновенный большущий эксперимент. Я даже не назову, наверное, словом флешмоб, потому что он был очень серьезно подготовлен. Но сегодня все новые приехавшие ребята на Селигер экспериментируют со своим внешним видом. Мы находимся с вами на смене «Беги за мной», которая призывает всех ребят худеть, заниматься йогой, бегать по утрам, есть овсянку и всячески делать красивее себя внешне и внутренне. Самый маленький. Сейчас у нас все ребята приходят и приносят свою старую одежду, серую, блеклую, уже много раз одеванную, на новую одежду полуфабрикат. Либо это вещи полуфабрикаты, либо это вещи трансформеры, либо это просто яркие луки, которые может каждый человек комбинировать между собой. А вот здесь вот наши консультанты помогают ребятам определиться с теми моделями, с теми образами, которые они хотят. Начиная от совершенно простых, абсолютно элементарных топиков, да, которые человек может одеть, девочка, заканчивая вот, например, такими необыкновенными платьями-трансформерами. Это платье, которое можно надеть и юбкой, и шароварами, и комбинезонами, и как только их можно не одеть. То есть, и они есть на совершенно разных цветах, то есть каждый человек экспериментирует. Всего один шов. Но это реально шорты. Шорт, который можно одеть так. Завязываем сзади. Вот так вот пропускаем. Мы делаем вот так. Теперь мы идем в наш цех-мастерскую, где мы запринтуем нашу футболку. Держи. Выбранный принт. Сейчас мы его запринтуем. Творчеству нет предела, как говорится. Что прикольно? Клево, ты одели. А вас там или нет? Где? Я не знаю. Сразу скелом, да? Шагаем, шагаем, шагаем. Один вдох.